В России отключат аналоговое вещание. Случится это уже через 2 года. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Переход на цифру означает, что телевизионные антенны будут абсолютно бесполезны теперь. Чтобы посмотреть любимый канал, придется подключить приставку или тарелку. Ну и, естественно, за это нужно будет заплатить. Но плюс один, он несомненно, это качество цифровой картинки. С аналоговой оно не сравнится. Власти предусмотрели помощь льготникам. С покупкой ТВ-приставок помогут многодетным и малоимущим семьям, также инвалидам и пенсионерам. Но это более 7 миллионов семей в нашей стране.